У тебя недавно было свидание, и ты молчал. Осенью, в смысле, блядь? А, Мишка Фредди. А, ну да. Ну, ладно. Ну вот. И то есть девочка говорит: Кость, дай руку, типа, чтоб мне не было так страшно. Ага. Вот. Ну, а я человек такой, да? Ну, мне когда мне страшно, весело, неважно, что какие-то эмоции испытываю, я начинаю, ну, у меня потеют ладони, блядь, лоб. И я ей говорю, да? То есть вместо того, что я говорю, поворачиваюсь и говорю, у меня гипергидроз. То есть... И после этого даю руку. Вот. Она её берёт, держит секунд 5 и отдаёт обратно. Мне противопоказано быть женщиной общаться. Так и все, мы больше не виделись никогда в жизни. Ну да, я, ну да.